Всем привет! Меня зовут Иван, и я преподаватель в онлайн-школе Pixel. И сегодня мы разберем 10 самых интересных и увлекательных модов для Minecraft. Ну что же, приступим! Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Первое место в нашем топе занимает Tinker's Construct. Tinker's Construct — это мод, детализирующий и расширяющий систему создания инструментов в Minecraft. После применения Tinker's Construct перед игроками открывается возможность для создания собственной мастерской по изготовлению и улучшению различных орудий труда. Для кастомизации инструментов игроки могут ограничиться такими базовыми материалами, как железо, дерево и металл, а также могут использовать различные сплавы – алюминиевую латунь, бронзу и железо. Второе место в нашем топе занимает Alex Mobs. Alex Mobs – это модификация, оживляющая мир Minecraft и делающая его более разнообразным. Данный мод освежает игру добавлением в нее 89 новых мобов, каждый из которых имеет уникальные характеристики, поведение и сбрасываемые предметы и ресурсы. Установив данную модификацию, игрокам посчастливится повстречаться не только с такими экзотическими животными, как медведь-гризли или касатка, но и с полностью вымышленными, порой очень опасными, существами. Третье место в нашем топе занимает Tech Guns. Tech Guns добавляет в Minecraft огромное количество проработанных скинов и 3D-модели оружия. Помимо широкого арсенала огнестрельных орудий, от пистолетов до пулеметов, игрокам также открывается возможность создания и улучшения брони, которая очень пригождается при защите от враждебных фракций, которые также были добавлены в игру для улучшения геймплея. Также в моде Tech Guns имеются такие механизмы и системы для автоматизации процессов, как добыча руды и производство предметов. Четвертое место в нашем топе занимает TerraForged. Данная модификация изменяет генерацию мира в Minecraft, делая ее более непредсказуемой и насыщая локации до неузнаваемости. Мод изменяет ландшафт, добавляет новые биомы, реки, горы и долины. Также в мире появляются различные завораживающие места, такие как каньоны, водопады и лавовые озера. Не менее интересным фактом здесь является наличие настроек параметров генерации мира, что позволяет создать наиболее желаемый пейзаж для более приятной игры. Пятое место в нашем топе занимает The Twilight Forest. The Twilight Forest — это модификация, наполняющая игру приключениями, загадками и новыми опасными монстрами. Данный мод создает в Minecraft уникальное измерение, в котором игроки могут исследовать леса, долины, лабиринты и болота, а также участвовать в сложных сражениях с необычными боссами и искать драгоценные ресурсы в скрытых глубинах мира. Шестое место в нашем топе занимает Forestry. Forestry — это мод, который добавляет сельского хозяйства и экологии в мир Minecraft. В нем перед вами откроется возможность для создания собственных ферм, выращивание различных культур, а также управление пчелиными ульями для производства меда и других ресурсов. Мод также включает в себя автоматизированные сельскохозяйственные машины и аппараты для переработки продукции. Седьмое место в нашем топе занимает TaumCraft. TaumCraft — это мод, добавляющий в Minecraft систему элементов, позволяющий игрокам раскрывать тайны магии. На пути познания колдовства участникам приключения предстоит научиться использовать волшебные заклинания, создать множество магических артефактов, а также освоить огромное количество алхимических рецептов. Восьмое место в нашем топе занимает Pam's Harvestcraft. Данный мод расширяет сельское хозяйство и кулинарное искусство в Minecraft путем добавления множества новых сельскохозяйственных культур. Главной особенностью модификации является наличие в ее составе сотен новых продуктов и ингредиентов для приготовления еды, а также кулинарных рецептов для изготовления различных блюд. Помимо этого, благодаря моду в игре появляются новые растения и семена для фермерского хозяйства, что делает сельскохозяйственную жизнь игрока еще более интересной. Девятое место в нашем топе занимает Immersive Vehicles. Immersive Vehicles — это мод, добавляющий в Minecraft огромное количество различных транспортных средств. Сельскохозяйственная техника, легковые автомобили, самолеты, водный транспорт — все это и многое другое становится доступным для игроков. Наиболее интересными деталями этого мода являются наличие продвинутой механики вождения
делающий опыт управления транспортом по-настоящему реалистичным, и возможность кастомизации различных средств передвижения. 10-е место в нашем топе занимает Mine Colonies. Mine Colonies — это мод, который позволяет игрокам строить города и развивать их. Модификация открывает возможности для управления такими экономическими аспектами колонии, как производство и торговля, а также ставит перед жителями задачу обеспечения защиты колонии от враждебных мобов. Каждый поселенец имеет свои собственные особенности и характеристики, что делает управление людьми в игре более сложным и интересным. А если вы хотите научиться создавать свои собственные игры, то записывайтесь к нам на онлайн-занятия. Ну а чтобы не пропустить новые ролики по этой теме, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Также не забудьте подписаться на наш Дзен.